Приветствую вас на нашем канале, и сегодня хотел бы рассказать вам удивительную историю, как человек с доброй душой дал шанс на новую жизнь и спас от неминуемой гибели маленький шерстяной комочек. Этот несчастный рыжий кот из-за болезни уже не мог открыть глаза, так сильно болели они из-за инфекции. Животное жило на улице и, скорее всего, погибло бы, но, к счастью, судьба улыбнулась котику. Об одиноком бродяге узнала девушка, которая жила неподалеку. Она отнесла его в приют для животных. Спасительница вспоминает, что кот выглядел обреченно. Она даже не знала, смогут ли ему помочь. Сотрудники приюта заметили, что у животного запущенная форма чесотки, которая распространилась даже на мордочку. Вот поэтому малыш не мог открыть глаза. Всем своим видом он как будто молил о помощи. Котик не просто ел, а глотал пищу, не разжевывая. Так ему бедному хотелось кушать. Он очень давно не ел. Следующие несколько дней за животным усиленно ухаживала одна из волонтеров приюта. Там котику дали имя Симба, и очень скоро из облезлого кота он превратился в рыжего красавца и наконец сумел открыть свои выразительные глаза и смог увидеть свою спасительницу. С каждым днем животное набиралось сил, демонстрируя отличный аппетит. И вот однажды на мордочке Симбы не осталось и следа того, что у него была чесотка, у него отросла здоровая шерсть. Благодаря своей спасительнице, кот Симба был спасен и нашел новых заботливых хозяев. И неизвестно, как бы развернулась эта история, если бы эта девушка с доброй душой не оказалась в тот день в нужном месте. Подписывайтесь на наш канал, у нас будет интересно.